Дорогие друзья, всех рады приветствовать. Приветствуем всех любителей дачного контента. Сегодняшний ролик для... Кого? Для вас. Для кого? Для любителей дачного контента. А, ну понятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Лёля, сколько лет, сколько зим? Ничего себе. Слушай, ты обросла? Да и она, по-моему, даже маленько это, поправилась. Ну, а еще трехразовое питание. Ничего себе. Шведский стол. Что бы еще... Вот, то есть, вон, пацан, питание хорошее. Попрыгать, да? Мурзик, здорово. Мурзик, каток. Смотри. Ух, ничего себе. Да, он каждый день сюда заходит, прыгает. Прыгает, да? Да. Вот так. Здравствуйте. Здорово. Вот загорает. Загорел? Что-то как-то плоховато загорел-то. Солнце ушло за тучи. Ушло, да? Ну, правильно, ультрафиолет переизбыточный тоже вредно. Очень сильный. Говорят, больше сидите на веранде. Мы правильно. Сидим на веранде. Вечером выползаем. Правильно. Как живете, поживаете? До последнего времени дожди нас залили. То дождь, то солнце яркое, чересчур яркое. То дождь такой, так уж ливень, а не дождь. Короче, гармонии нету. Отдыхаем. Гармонии нету. Отдыхаем хорошо. Ну, это хорошо. Ну что, ребята, вот я приехал на фазенду таки. Так, тут вроде все нормально, да? Ну, травка, конечно, уже... Травка еще и рано ее косить. Я прям вижу профессиональным глазом. Думаешь, да? А то у вас что постоянно? Цветочки вот у нас, василечки, все у нас... Фэншуй, да? Да. А то у вас постоянно, как я приеду, нулевочка. Я же методом нулю, хоть на, по траве походите, по живой. Вот. Ногами, ногами. Да, да, да. Я хожу босой. Босой по росе, по высокой траве. Да. Кушать, да? Кушать сейчас, да? Сейчас. А? Огурчики снял? У вас огурчики есть? А вот, смотри, какие. Да ладно. Нет еще огурчиков. Еще только цветут. Цветут еще только. Ну, ботва. А, ну вот, помидорочки какие-то маленькие выскакивают. Ничего себе. Огурчики ближе к августу, да? Нет, вот через неделю будут. Через неделю. Рановато приехали. Сейчас уже есть пора, да? Уже да, идемте. Есть пора уже. Ну вот, ребята, мы с вами в прошлом ролике заходили в детский мир и закупили вот эту машинку. Ездит баги. На ней написано, что там, Дракула, да? Вот написано, видишь? Дракула. Дракула, знаешь? Вампиры, вампирская тематика. Застряла. Ну, ездит, ползает. Я занимался вот этими модельками. До поры. Время. До поры занимался. Нотр-Дам до поры, знаешь? Мюзикл. Вот я занимался до поры. Потом... Времени не стало. Ну, ребят, мы в этом ролике не покажем, как мы насаживаем, жарим, потому что каждую ролично. Тем более я спал в это время просто. Приехал, так что-то заплющило, заколбасило, получил кислородное отравление. Да. Дождь собирается, собирается, блин, тем самым плющно-колбасный морфей наводит. Ну и что мы, каждый раз показываем, правильно? Ну, да. Как мы жарим. Но стол покажем с удовольствием. Соус, ты что тут делаешь? Соус? Как, да, вот видите. Сливочно-чесночный. И кетчуп. Ты его поставил на кетчуп, да? Ничего, перемешал. Вот укропчику меня... туда, да, еще? Да, зачем мне укроп? Без укропа, да? На картошке есть. Ну, что тут вот, наготовили? Да так, разные фигни. Понемножку. Шашлычок, да? Ничего себе фигня, да, ему? Ну так разные фигни. Так, немножечко перекусить, да? Да. А это что такое у вас? А это да. Кабачок. Ничего себе. На костре? Да. На костре сделанный? В духовке. А чем вы его это? Что-то промариновали ну, как-то? Ну да, это майонез, чеснок. Без майонеза никуда. Да, кетчуп. Ну так вот, поужинать. Хрящевая свинина, да, присутствует? Да, салатик. Какая красивая. Красота. А я вот это грибочки, шо, да? А я вот это грибочки, да? Всем, кто кушает. Приятного аппетита. Спасибо. Мне приятного аппетита. Ты ее жёг, чтобы грозы не бояться, да? А гроза собирается. Собирается. Крылышки костровые. Угу. Ну вот так вот, по-скромненькому. Давайте, будем ужинать. Потом косить пойдем, да?
Пойдете косить? Да. Сейчас, прям. В этот раз я косить не буду. Если есть желание. Нет. Нету такого желания. Все, нету. Пусть растет. Хозяин барин. Да. Вот это да. Вот это душ Шарко, да? Ага. Мы с Бадди припарковались в беседке. Ох, нормально. Ну и хорошо, пусть лей, лей, не жалей, чтоб к утру просохло. Хоть посвежее будет, ядрёнка. Рубрика называется «Как легко довести до инфаркта». Я сейчас вот так вот, вот отсюда я выхожу. Вот. Раз. Ядрическая сила. И чуть вот такой вот рубец не случился. Я говорю, вы что, с ума сошли, что ли? Реально думал, что это настоящее. Обалдеть, ядрёныч. Радует сегодняшняя погода после дождичной свежестью. А то всю прошлую неделю 30+, это кошмар. Но следующую тоже 30+, обещают. Это вот выходные такие, лайтовенькие. Как раз я приехал, думал, покупаться может быть. Ё-моё, там собака. Вон там Натаха с племяшкой впереди едут. Ой-ё, ни хрена себе. Вот, я, короче, думал покупаться, но что-то не рискну. Как-то прям свежо-свежо. Ветерок такой дует. Вот, ну, не поехали купаться, все равно есть чем днем заняться. Все дачные дела переделали. Конечно, покосить, но это в следующий раз. В общем, мы решили поехать на великах. Какая-то там ферма есть, да? Натах, какая-то ферма там, да? Ферма какая-то, что за ферма там? Всякая живность, посмотреть, что за живность. Вот. Чего говоришь, Натах? Что-то говорит непонятно, ветром сносит. Ну ладно, сейчас разберемся. Городскому глазу. Зойка, Зойка. Городскому глазу это все, конечно, как экзотика, да? Это обычный животный. Это первый знак, второй пятачок. Это Чип и Дейл. Чип и Дейл, это гаечка. Это, они близнецы, они от одной мамы. Ничего себе. Это они тоже едят здесь. Они не только травку едят полевую, еще и здесь, да? Нос. Такие прикольные. Здорово. Здорово, как дела? Да. Ну, эти две девушки только вот крайние. Это... Ласточка, а это... Дюймовочка, очень маленькая родилась. Какая, да, Денис, симпатичная, рыженькая вот эта коровка. Какая красотка. Это маленькая. Трясет головой, видишь? Щекотят ее эти всякие мошки, комары тут все. На ВДНХ есть вот тоже замечательная ферма там. Там контактный зоопарк на ВДНХ. Можно посетить. Посмотреть живыми глазами вот этот
вот эту экзотику. Песни поют. Здорово, 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 братва. Блатные, да, они у вас? Там один маленький. Видишь, что? Смешные. Барашка. Он маленький там, совсем такой черненький стоит. Вон он. Интересно. Елку вон кушают. Для них это лакомство, да? Елочка. Видишь? Обдирают ее. Не иголки, а вот именно саму елку. Они так и зубы чистят. Хвоем. А у них там еще, знаешь, что есть? Крапива. Не крапива. Ну, они любят все. Крапиву, травку, елку. О, он прям вот эту съел. Угу. Прям елку. Цесарки, надо же, что знакомое название, да. Может, вы вот видели они. Просто другие немножко? Просто не понял. Да, у них вот голова, как у индюков, так, такие щеки висят у них, красненькие щечки. Они пятнистые еще есть породы. Они вкусные, самое главное? Да. Вот, самое главное вкусные. Мясо очень полезное. Угу. Диетическое, да? Да. Вот таких вы, может, видели. О, да, да, да. Вот эти вот, они более популярные. Наверное. А это бройлерные индюки. Ничего себе. Конечно, сельское хозяйство — это очень большой труд. У тебя тут ни выходных, ни проходных, ни зимой, ни летом, никогда. А это вот обычные индюки. Классно. Козлятки, да? Это они как вкусные? Да. Ничего себе! Я только это узнала по вот этой завязочке. Быстро растут, да? Эй, малышки. Нас не было тут дней 5 просто. Ничего себе. Они ручные такие, да. Маленькие. Они родились. Нет, это, на третий день их мама умерла. Ух. Вот, и вот мы их кормим соской уже сегодня. Выкармливали сами. До сих пор получается. Да. Молодцы. Они знают, они прибегают туда кормиться, на другую сторону. Как собачки. Вот отпустишь их, они за тобой пойдут сюда. Ну, они такие прикольные. Все равно дети. Угу. Есть дети. Ласку любят. Угу. У нас дочка говорит, я их мама. И дружат они, да, вот с этими, с барашками? Да. Сферу не делят влияние. Ну, это чуть старше, это получается месяца на 2 старше их. Эти девушки все. Ничего себе. Вот этот мальчик, там который... Гусь один. Гусь еще, ничего себе. Не, у нас один только. У нас первый год здесь было 100 с лишним гусей. Обалдеть. Вот. И вот он остался один у нас. Гусыня. Вот он... Денис, гуся видишь? Вон она тут. Ты малыша хочешь? А вот самый главный, да? Самый главный. Все добрые здесь. Это породистые, накиньте. Такой большой, ничего себе. Иди сюда, Кеша. Не
Он огурцы и любит, да? Они все любят. Ага. Зорь, привет. Как твои дела? Как твои дела? Все порядочно? Но они не против. Говорят, приходите, пожалуйста, смотрите. Вот с детьми. Прививайте детям животноводство. Племяшка, конечно, в восторге. Да я в восторге. Вон есть травку как, а? Красота. Красотища. Конечно, ребята, море позитива. Животные дарят всегда только позитив, улыбку и какое-то такое даже вдохновение. Классные. Такие барашки прикольные. Ядреныч. Чего только у нас тут нету в наших пенатах. И покупаться, и сельское хозяйство, и природа какая красивая, душевная. И что самое главное, нету комаров сегодня. Потому что дует ветер довольно-таки приличный. И всех сдувает. Но уже сезон комариный, он и отходит на самом деле. Вот, классная ферма. Мне понравилось. Молодцы ребята. Но это, конечно, тяжелейший труд. Они молодцы. Им респект. Респект и процветание. Есть тут у нас вот такая вот речушка, зеленушка. Зеленая-призеленая. А по другую сторону, вот тут такая братва тусуется. Опа, куды стоять, ядреныч? Я бы хотел поснимать. Чего сокращаю здесь? Видели, там зеленая, да, а здесь вот, пожалуйста, нормальная речка. Там вся зеленочка остается. Вот они здесь тусуются. Сегодня такой у нас животноводческий влог получается, но это хорошо. Это хорошо, это разнообразие, и плюс это еще и обалденная милота. Мои-то уж целый месяц на фазендах отдыхают, и истосковался я по мамкиному борщу. Был последний раз, сколько тут, 2 недели назад, я как приехал, первоглавное говорю, мама борщ, наливайте. А они вот истосковались по фастфудации, говорит, Алексей Михайлович, ну съездите, купите нам или пиццу, или бургеры. Конечно, натуралка — это 100% фэншуйни. Но иногда-то тоже хочется чего-нибудь такого. В общем, провели голосование, решили купить пиццу. Ну как решили? Решили они, а еду за пиццей покупать я. Но я еще сейчас заеду на моечку самообслуживания, если там немного народу, ополосну машиненку. А то дожди вот лили, и по дождям я ездил по мокрому асфальту, испачкалась, так, чуток маленько, надо бы ополоснуть. Раньше мы это делали на наших участках модных, дачных, но теперь запрещено, кстати, если что. Да и как-то, знаешь, вот эту грязь всю там развозить по участку с машины. А тут на моечку сейчас заеду, жик-жик-жик-жик-жик, нормально. О, нормально. Вообще никого народу нету. Мой сам. Я люблю мыть на моечках этих. О, нормально. Вот сейчас вот на 50 рябчиков. На 50 рябчиков пеной. И на 150 водичкой. И всего делов. Такая быстрая моечка. Ну и это, надо тряпочкой сейчас потереть. Блин, 50 рублей. Довольно-таки долго, кстати, пена лилась. В Москве как-то она быстрее. Ну, как говорится, чистота – залог здоровья. И вот мы на чистой модной машине едем по прекрасному городу Ликино-Дулево в сторону Додо Пиццы. Вот здесь вот муха пытается попасть на свободу. Блин, штаны я, правда, намочил. Ну ладно, сейчас, может, пока доеду, подсохнут. На ляшечках вот здесь вот раз и два. Оно отлетает, водичка. Ладно, сейчас у меня адидасовские, они быстро высыхают. Так, ну вот там вот Додо Пицца. Нельзя не соблазниться. Так, ну мы на месте. Вроде все подсохло. Ну, бывает, чешь. На мойку едешь. Я всегда, у меня в Москве-то у меня специальная униформа есть под мойку самообслуживания. Но здесь вот я приехал в рабочем на дачу. Ну, в рабочем и на мойку поехал. А в дачном что-то как-то не хотелось. Потому что я же еще потом в пиццерию. Мне Натаха вот написала.
племяшка любит с ветчиной и сыром. Это, говорит, обязательным параметром. И еще что-нибудь, что хочешь сам. Вот, ну ладно, изголодались по это, так сказать, по гламурной пище-то, ядреныч. Хотя манал я эту гламурную пищу, всякие пиццы, фастфуды. Ел бы я мамкин борщ, да ел бы. Баловство это все. Блин, футболку я тоже намочил. Ну ладно, можно будет списать на потневые круги, то, что я спортсмен. Так, ну вон там он, Додо, птичка такая, птичка-невеличка, Додо. Прыгает, где она, в Африке, что ли, живет эта птичка. Так, ну все, заказ оформил. Взял, короче, ветчину и сыр, как просили, и вторую, бургер, бургер большая. Бургер моя, одна из самых любимых пицц. Додо, Додо пицца. Ну, в общем, суммой 1500 рублей мы вот закупили такие две пиццы. Одну большую, одну средненькую. Кто-то сейчас скажет, а вам сок хватит? Конечно, хватит. Мы ж батя с матей отправили в Москву разгонять тоску, ядреныч, по делам, по всяким. А сами вот тут пиццами балуемся. Это у нас какая получается? Ветчина и сыр. Ветчина и сыр. Ну, вот любимая любит. Ребенка. Любит ребенок. А это любимая моя. Ну-ка. Коллега, блин, тут у меня зараза какая-то укусила меня в спину. А это получается гамбургер, а вот наша Милфа спит, которая убежала, и мы ее искали полдня, на чужой огород проникла. Мурзик даже не убегает, да? Мурзик нет, Мурзик нет. Мурзик даже не убегает, а это, блин, только в путь, старушка, пердушка, да? Ладно, ладно, ладно. Всем, кто кушает, желаем приятного аппетита. В свое время занимались покупкой и собирательством киндер-сюрпризов. И вот нашел. Это только малая часть. Я спросил, ну, значит, где все остальное? А кто ж его не знает? Тут малая часть. И вот я сейчас сидел, перебирал, ковырял и наковырял коллекцию Тома и Джерри. Вот он, Джерри, мышонок Джерри. Мультик Том и Джерри. А вот пес Спайк. Спайк его, кажется, зовут, уже не помню. Вот такая коллекшн. Игра еще есть на Денди, Том и Джерри. Она сложнейшая. Я тут недавно попытался в нее поиграть. Сложнейшая. Я не представляю, как мы, дети, в 90-х, в начале 90-х, играли в эти игры. Поэтому и приставки быстро сгорали. Потому что там, ну, чтобы даже один уровень пройти, надо... По 12 часов сидеть, это минимум. Конечно, не выдерживала техника. Такие прикольные. Ну и, ребята, традиционно. Это уже стало доброй традицией. Или не доброй? Добрый, добрый. Ты что, подстригся, что ли? Нет. Ни хрена себе, когда ты успел-то? Ну, взял это, зажигалкой, шик-шик-шик, и все. Теперь будет загорать голова, да? Да. Это хорошо. Вот, ребята, доброй традицией стало. Ну, конечно, мы едем набирать водички. А как же это? Дачный ролик без водички. Это будет не фэн-шуй. Едем на колодец. Мы обычно набирали в большие 19-литровки, а сейчас перешли на маленькие, потому что 19-литровки... Что они? Все, испачкались? Все, уже не отмываются? Уже не отмываются, да. Осадок остается. В общем... Заменили их на маленькие бутылочки. Ну, там три штуки я взял. Три есть, да, еще пока? Они так более-менее. Еще более-менее еще пока вместе. Теперь быстро вода наливается, да? Тащи сюда. Теперь быстро наливается вода. Раз, раз. Блин, где батя в баклах-то набрал, е-мое.
Ты уж половину налил, ничего себе. Нет, две налил. А это что? Это не наш. Ага. Не перепутать. Вот, кнопочку раз. Да с такой скоростью еще льется. Хорошо. Раньше, если что, просто было ведро. Вот с этой стороны подходишь. Дверка открыта. Сейчас замок висит. Там ведерко. Ведерко закидываешь. Раз. Перелил из ведра в бутылку. Поставили в этом году нам насос. Молодцы. Вам спасибо. Так, ну все. Сегодня мой последний день пребывания. Усья вон у меня выросли, да, борода. Борода и усы выросли до колен. Надо бы. Я специально не брился. Ну, чтобы лицо отдыхало. Специально не брился, думаю, пусть лицо отдыхает, правильно? Оно же должно отдыхать иногда. Должно. От бритвы всякой. Да. Вот, последний день, в общем. Считанные минуты остаются. Ой, балабол, бля. Чего? Считанные, все, все, сейчас мы отвозим, и что, и все, и я everybody, как говорится. В суету московскую. Ну что, как говорится, до свидания, огород. Веселись, честной народ. Почти неделю я был на даче. Три дня это почти неделя. Да, да, да. Три дня разве всего? А сколько что? Блин, а как будто целую неделю. Ага. Не спину разогнуть. Весь комарами покусан. Уехал, в понедельник уехал. Кошмар. Мы с удовольствием съездили в Москву. С удовольствием приехали сюда. Нам везде хорошо. Прям, а говорите, в Москве духота у вас. Духота, да. Вообще кошмар. С удовольствием все равно, да. Никакого удовольствия я не получил. В родные пенаты. Перемена местности тоже полезна. Да. Так, ну что, растите огурцы, помидоры, кабачки, кстати, есть? Ага, есть. Ну будут они потом, да? Да, да. Вот такие. Вот чё-чё, я люблю кабачки. А, кстати, уже же сейчас перцы пошли, и надо с фаршиком. Салат нарвать забыла. Он хорошо для мужской функции. Чего ты? Давай. Да ладно, повезу я салат. Это лук, вон. У меня мужская функция пока не беспокоит, слава богу. Вот, ребята, ну всем спасибо, кто смотрел данный ролик. Ну вот так вот, в принципе, что тут новенького можно вам показать? Вот коров показали с барашками. Ферма, вот люди занимаются, да? Это же тяжелейший труд, вот так вот. Живность такую вести, сельское хозяйство, это, конечно, да. Вот у меня нужна прошивка. Вот, цапли. Ну. Беседка вон там, он, да? Да, да, вот это хозяйство. Да. А у тебя трава. Да. В следующий раз приезжаешь уже. Это уже в следующем году теперь только. Все, чао, пока, добра и позитива. Пока-пока всем. От души и сердца, не скучайте, скоро вернемся. Да. Хренов вам позитива, вот будешь это... Касил я и сканушину. Хрясил ядреный, да. Надо было... Я на девчину. Все, а все, жил, да, 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 ну, да, какой да. Веселый, ну, а говорит, а говорит плохо. Яблочки тоже ожидаются, да, в этом году? Ничего не ожидается вообще. Не ожидается. Ну и ладно. Пока-пока, ребята, увидимся.